Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И сегодня мы опять же вернулись в Dino Hunter Deadly Shores. И сегодня закончим серию дробовиков и также три трофейных серии. Так, что хочется сказать. Значит, я случайно, вообще чисто случайно прошел две серии дробовиков. Там нужно было убить двух Эдмонтоний, по-моему, и кого-то еще, я там уже не помню. То есть ничего особо вы не пропустили. Это будет также повторяться. Я уверен, что вот сейчас вот 18 серий осталось дробовика, и я уверен, что сейчас это повторится. Так, нужно убить двух. Ага, перед тем как перейдем, это не то. Это нам не надо. Вот наш дробовик полностью прохаванный, если можно так выразиться. То есть выглядит он очень круто, особенно вот эти вот патроны такие. Да, дуло вообще супер, все нравится. Так, ну что ж, приступаем. Двух молодых дейноников нам надо убить. Вот мы и справились с этой задачей. Ничего сложного. Так, продолжаем. Я тут проверял звук. Так, 5 эвдиморфодонов, да? Эвдиморфодонов, окей. Сольем их. Опс, не добил. Только не понимаю, как он на таком расстоянии достает их. Так, ладно. Шестой был лишний. Ура! Будь здоров, сказал бы я себе. Так, двух молодых пентацератопсов. Ой, чуть нос не лопнул. Ну а также быстренько все это быстро пролетело у нас. Ничего сложного. Так, цель один синораптор. Раз, два и давай третий. Ну, как-то сквозь кожу, что ли, убиваем его. Сквозь тело даже, я бы сказал. Чуть-чуть не хватает, да и нафиг. Он, конечно, прикольно смотрится. Я ничего не скажу. Ничего против не имею, но нафига. Нафига, ребята. Не надо. Так. 5 молодых каритозавров. Так, первый пошел. Второй. Третий. Так, ждем еще двоих. Так, откуда они пойдут? Можно тут походить. Так, вот они. Опа-на. Все. Выполнили и эту. Ух, что у тебя со звуком было? Точнее, с голосом. Так, отлично. Двух молодых галимимов. Сейчас и как раз энергия восстановится. Двух молодых, да? А кто из вас молодой? Вы все на одно лицо. Все на одно лицо. Отлично. 20 уровень, 45 золотых, которые на них нифига не купишь. Так, 6 молодых ингения или ингения. Ингений. Первый пошел. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Рассчитайся. Всех убили. Так, трех старых Эдмонтоний надо убить.
Я же говорю, будет повторяться. В прошлый раз было 2, здесь 3. Так что мы ничего не пропустили. Эдмонтони нарисовали хорошо, но вот если посмотреть в том же Гугле, забить Эдмонтони, картинки будут... Ну, то есть, как на самом деле выглядело животное, там оно немного не так выглядело. Но все равно достойно нарисовали. Только вот я тоже думаю, что как у килозавра, я бы просто не смог пробить эту броню. Ну, у нас же здесь мега прокачанный дробовик, так что, видимо, не в счет. 4 старых дромеозавров. Первый. Так, ну что, все что ли? Давай, давай. Иди к папочке. Умри. Нехудяй. Так, вот я вас потерял. Ну и куда ты пошел? Дроби, получай. Так, 8 эвдиморфодонов. Хорошо. Отлично, убиваем их. Офигеть, сразу 3. Да, дробь решает, конечно. Так, 2 старых парзауролов. Окей. No problem. No problem. Так. 2. Кто из вас старый? Ты старый будешь. И ты старый. Ну, видимо, здесь он 2 и было. Остальные 3 царатопсы. Не ошибешься. Так. 2 синорапторов. Ну, это несложно. Продумали игру, конечно, очень хорошо. То есть в нее не скучно играть. Ну, скорее, она больше как... Особо в нее не поиграешь, просто если убить время там. Время провождения. Так. 6 пентацерапторов. Видели, вот прошлый раз писали 2 пентацератопсов, а здесь 6 пентацерапторов. Ребята, там кто-то, кто переводил... Уснул, походу, букву пропустил. Или вообще перепутал там. Какой-то пентацераптор, блин. Пентацератопс. Давай, давай. Come on, come on. Голову. Смог как-то пробить. Хотя раньше писала закрыто. Вот, вот, закрыто. На, в голову. Так, еще 4. Перезаряжаемся на всякий пожарный. Отлично. И с этим справились. Так, 3 каритозавров. Ну, видите, какие-то однообразные миссии. Так что вы ничего не пропустили, по сути. Отлично. Надо было в этих стрелять. Прикольно, прикольно было вот сейчас. Отлично, идем. Хорошо. Так, 10 теперь уже надо убить. Пусть они кучками летят, я их буду кучно сбивать всех. Хотя только хотел сказать, почему он крыльями не машет. Отлично. Двоих задел, никого не убил. Это плохо. Когда их не добиваешь, они летят на тебя. Так сказать, в атаку. Отлично.
Отлично. Так, и 4 трицератопсов. Это агилизаврик маленький ходит. Куда? Стоять! Долбанное дерево. Все, от меня не уйдешь, от моей дроби священной. Православной дроби. Так, ну что ж, как и обычно, увидимся с вами, когда у меня энергия полностью восстановится. Не переключаемся. Так, ну вот, я вернулся, все почти восстановилось, осталось буквально 2 минуты. Так, ну давайте продолжим. Убьем 6 големимов. Первый пошел, второй пошел, третий, давай, четвертый, опа-на! Отлично. Он даже в того попало. Он даже хромать стал. Захромал, братан. Так, 5 динонихов, ну или просто дромез завридов каких-то. Все на одно лицо. Так, пятеро, да, вас тут? Что хорошо у хищников, что они никуда не убегут. То есть, они все побегут на вас, и, то есть, надо убить пятеро. Вам главное просто по ним стрелять. А травоядных еще нужно смотреть, чтобы не убежали. Иначе миссия будет провалена. Так, 2 синрапторов, и мы завершаем эту серию. Ну, в смысле, серию дробовиков. Так, этот братан тоже будет мешать. То есть я сейчас по этим начну стрелять, он на меня побежит. Ну, давайте. Сразу с ним порешили. Здесь еще таких нету. Опс! Неожиданно. Я думал, я его убил. Оказывается, у него 4 точки. За рапторов дополнительную награду не дадут. Но чтобы они меня не убили, я их устранил. О, прям как у ковенантов. Из Хейла. Прикольно. Не, ребята. Не надо. Ну, круто, вообще прикольный дизайн такой. Так, ну вот, переходим к трофейным сериям. Это опять Игуанодон Рэндалл. Прям, не знаю, прям мультик-динозавр какой-то. Окутанный тайной, этот неуловимый зверь бродит среди древних руин, будто в поисках кого-то давно потерянного. Прям, не знаю. Война и мир отдыхает. Давай, давай. Его ж заглючило. Хаммерхед. Так-то Хаммерхед получается. То есть, типа, молотоголовый. Этот паразауролов большой любитель разбивать все, что угодно своей необычной головой. Так, вот скрылись особой серии, но думаю, давайте с трофейными покончим. 73 косаря аж дают, офигеть. Ну, обычный паразауролов, просто точки в него эти вот уязвимые. Получай. На, в голову. По сути, после выстрела в голову он должен был уже упасть. Но он стоит, и ему на все пофиг. Отлично. Рагнарок. Уничтожитель камней, земли и костей. Рагнарок ставил под угрозу существование всего на земле, в том числе себе подобных. Да, конечно. Так и поверили.
что какой-то трицератопс альбинос держит всю эту область в страхе. Но то, что с альбиносом, они, конечно, это хорошо придумали. Как видите, он вены даже, у него всякие царапины. То есть, прикольный окрас такой, если честно. Так, ну что ж, Рагнарок, получай в лоб. Ну и все, вот, и красные глаза даже, офигеть. Фига он дерзкий. Вот, 29, можно купить, только нафига ты мне нужен? Отлично, прошли. О, теперь Эдмонтонию добавили. Ну давайте еще трофейную серию особую. Вот как раз этот пистолетик, прикольно. Убить двух синрапторов. Дарман Шреддер. Прикольно. Прикольно, да, давайте. Опробуем это ваше ковенантское оружие из игры Halo. Реально Halo. Только здесь он рубит кристаллы и ими стреляет потом. К сожалению, он выстреливает один раз. То есть не нужно каждый раз нажимать. Вы один раз нажали, он выпускает всю обойму, поэтому ее нужно направлять сразу. Ее нужно сразу направлять. Иначе впустую улетит куда-нибудь. Так, ну давайте. Так, нет. Приобретем винтовку. Да, давайте. Магазин оружия. 325 тысяч. У меня 700. Почти 700. Прикольно, прикольно. Вот эта винтовочка вообще. Ну вот это я понимаю, винтовка. 404, максимум, максимальная мощность 715. Чуть-чуть помощнее, чем предыдущая. Ой-ой. Давайте улучшим. Новая дула. Дробовики качать легче, и автоматы, потому что у них нету чего-то нету у них вот из этих вот. То есть на одну меньше, то есть меньше потратить, и больше мне ни на что не хватает. Ну что ж. Осталась серия винтовок, и мы перейдем на дикую топь. Отлично. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Богдан. Увидимся в следующем видео. Всем до скорых встреч.